22 ноября в Сочи состоится торжественная присяга новобранцев спортивных рот Центрального спортивного клуба армии. А сейчас рядовые этих подразделений активно осваивают военное дело. Особенность службы в спортивных ротах заключается в том, что военнослужащие здесь получают возможность не только полноценно тренироваться, но и участвовать в различных соревнованиях. А пока новобранцам спортивных рот предстоит пройти все виды обычной военной подготовки. От строевой до упражнений с боевой техникой и стрелковым оружием. В случае военной угрозы все военнослужащие спортсмены будут служить в мотострелковых бригадах.